Кто это? Вот, хоть один такой уверенный голос. И приятно, что это сотрудники нашего музея. Кто-нибудь из вас был в музее военмеха? Сходите, пообщайтесь, поможет в учебе. Ну что ж, после учебы многие идут не только в музей, мне это очень хочется, что сейчас туда тропинка будет протоптана еще шире, и вы уже будете встречать побольше студентов в музее военмеха. А сюда еще приходят в этот зал для того, чтобы заниматься искусством. И вот к чему здесь и что здесь делают по вечерам, мы сейчас с вами увидим. Театральная студия военмеха. Встречайте.